космической отрасли, стать космонавтом. И что для этого нужно абитуриенту? На самом деле, на мой взгляд, космонавтом в Воймехе может стать любой, кто поступает на техническое направление. Наверное, профиль на этот будет факультет ракетной техники, факультет А. Все, в принципе, кафедры обладают и дают те компетенции, которые необходимы в дальнейшем. И можно использовать при подготовке космонавтов. Что нужно абитуриенту? Ну, абитуриенту надо в первую очередь хорошо разбираться, наверное, в каких-то базовых, да, вещах, математик, физика, развивать мышление, а именно чем ВМЕХ отличается, наверное, от многих вузов технических, это таким предметом, как начертательная геометрия. Поэтому нужно развивать мышление, пространственное мышление, понимать, как работают устройства. Ну и постоянно совершенствоваться, не забывать, что даже окончив университет, на этом не заканчивается, только начинается дорога. Поэтому постоянно работать над собой и совершенствовать свои навыки. Я вот Дима Андреевич здесь, конечно, в большей степени скажет, может быть, частично подтвердит. Я полностью хочу подтвердить ваши слова. Кстати, все наши космонавты закончили по интересам, обстоятельствам, либо кафедру полетного управления, либо производство летательных аппаратов, либо вот, двигателей летательных аппаратов. Еще я хотел бы сказать, что я в нашу профессию, вообще, если есть желание стать космонавтом, надо очень четко понимать, что космонавт — это вечный студент. С момента зачисления в отряд космонавтов до момента выхода на пенсию. Я сейчас вернусь от вас назад в Звездный городок, и мне опять предстоит сдавать экзамены, зачеты. Опять наша комиссия будет меня возить face on table, говоря, что я что-то не доучил, но здесь надо заново уходить. Кивать головой. И да, безусловно, это постоянные тесты, постоянное поддержание здоровья в нужной кондиции. И да, вот вы совершенно правильно сказали, опять садиться на этот свободу. Ребят, последний вопрос.